Ты ему доверяешь? Да, нормально пустили. Базара нема нахуй, давай. В курсе, сколько тачка стоит? Сколько? Спроси хозяина. Сколько стоит? 2 ляма. И ебанешь одну царапину, торчишь 2,5. Понял? Как здесь? Как ехать? Ёбаный в рот. Ты на сказал, ДС. Что ты шаришь в этой теме, ты, бля. Не, ну пусть он просто объяснит, и я на ДС. Нормально. Нажимай тормоз, удерживай, на ДС переключай. Ты чё, баклан в этой жизни или кто ты? Да все, давайте поедем, в общем, нормально сейчас доедем. Так и не пизди нахуй. Ёб. Ты чё творишь, всё. Ёбаный твой рот, ты, блядь. Да все, тихо, я сейчас... Как дорого, иди. Ну что, охуел нахуй, или переебать его нахуй, да? Если нормально, не можешь поехать. Ты чё, блядь, ещё раз такая хуета нахуй будет. 10 тысяч нахуй, такая хуета нахуй.